В Москве стартовал пробег «Дороги России», который проводится в рамках ресурсного испытания моторного масла для коммерческих автомобилей «Лукойл Авангард Профессионал XL E10V40». В течение ближайших двух месяцев тягач Ford F-Max с полуприцепом, загруженным балластом в 15-17 тонн, проедет через всю Россию от Москвы до Дальнего Востока. Вообще пробег планируется от Москвы до Владивостока и обратно. Но учитывая то, что машина должна пройти на этом масле 30 тысяч километров, то это не будет таким прямолинейным движением. Это будет действительно, мы будем ехать по дорогам России. Каждые 10 тысяч километров будут браться пробы масла и отправляться в лабораторию. Так что после того, как пробег закончится, мы сможем четко сказать, как вело себя масло на протяжении всего вот этого нашего путешествия. Синтетическое моторное масло предназначено для новейших двигателей коммерческой техники уровня Евро-6. Оно соответствует требованиям всех четырех спецификаций ACEA для коммерческой техники. «Лукойл» уже получил одобрение компаний MAN и Mercedes и рекомендует масло для современных тяжелонагруженных дизельных двигателей, оборудованных сажевыми фильтрами, системами рециркуляции отработавших газов и каталитическими системами для очистки выхлопных газов. Масло «Авангард Профессионал» отлично защищает мотор в условиях экстремальных нагрузок. Высокое щелочное число препятствует образованию отложений и продлевает срок службы самого масла. А за счет низкого уровня сульфатной золы масло предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе. Проект для нас очень важен. Мы едем по просторам России вместе с «Лукойлом», наш партнер, который выбрал «Ford Trax» для испытания масла. Потому что хорошее масло в хорошем тягаче – это успех в России, и поэтому мы вместе едем. Масло «Лукойл» в двигатель «Форда» заливали дважды. Сначала для промывочного пробега в Аксай, и вторая замена непосредственно перед стартом ресурсного испытания. Съездили 2000 километров, тем самым промыли двигатель, и сейчас можем отправляться в путь. Впереди путешествие длиной 2 месяца. Тягач Ford F-Max с полуприцепом проедет по самым важным трассам и дорогам России. Дон, Скандинавия, Урал, Чуйский тракт, Байкал, Восток и Амур. А экипаж расскажет нам об инфраструктуре дорог, пообщается с дальнобойщиками и работниками транспортной сферы.